Привет! В этом видео я покажу, как сделать достижение «Квантовая емкость». Эта ачивка выполняется в 11 главе «Сомнительная этика». Чтобы выполнить эту ачивку, нужно сделать перегрузку на тау-пушке, а для этого сначала нужно найти эту саму тау-пушку. Она находится в месте, где включаются лазеры. В этом месте ждем, пока военные наиграются с тау-пушкой. В этой комнате на полу рядом с дымящимися сапогами забираем тау-пушку и зажимаем правую кнопку мыши. Тем самым мы заряжаем пушку. В какой-то момент происходит перегрузка, и ты получаешь ачивку. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, лайк, оставь свой комментарий и подписывайся на канал. А у меня на этом все. С вами был Дженкинс. Всем пока. До встречи в новых видео.